Всем большой привет всем гостям, всем подписчикам моего канала. На этой неделе я получила вот такое чудесное письмо от Наташи с сайта «Одноклассники». У нее есть группа в «Одноклассниках» «Чайный теремок», и она продает очень вкусный и ароматный чай. А также она высылает пробники всем желающим, чтобы сначала могли попробовать, а потом приобрести ее чаи. Она продает, по-моему, чаи от 4 разных фирм. Я поставлю картинку, какие чаи она продает, от каких фирм. И вот такой конвертик с пробниками она мне выслала совершенно бесплатно. И каждый желающий может написать ей, вступить в группу и заказать у нее чай. Или заказать сначала пробники, а потом уже сам чай. Ну, сейчас откроем, посмотрим, какие пробнички мне Наташа положила. Ой, какой запах ароматный идет. Посмотрите, как хорошо все запаковано. Все пробнички не просто лежат в пакетиках, а вот таких вот специальных запломбированных. Смотрите, все закрыто в пакетиках. И вот такие пробнички. Ну, сейчас посмотрим, что же Наташа мне прислала. А, тут еще рекламка, смотрите, есть. Вот такая вот рекламка. Зеленый, черный чай с клубникой. Черный чай и вот такой чай со вкусом сгущенки. И на этой стороне зеленый с жасмином, зеленый с лимоном. Вот столько пробничков она мне прислала, посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять больших пакетиков. И раз, два, три, четыре, пять, шесть маленьких пакетиков. Ну, давайте посмотрим, какие чаи мне положила Наташа. Давайте начнем сначала маленьких пакетиков. Наташа положила мне вот такой черный чай со вкусом клубники. Я посмотрела у нее в группе. Такой чай можно купить в пакетиках, 25 пакетиков, 2,80. Либо в дозе 120 грамм будет стоить 5 ойра. Так, следующий вот такой вот черный с ароматом бергамота. Чай с бергамотом, как правило, производится из двух видов индийского и цейлонских сортов. Путем добавления к чайным листьям масла из кожуры бергамота. Сам фрукт, гибрид цитрона и померанца, относится к семейству цитрусовых. И по форме напоминает апельсин, а по цвету лайм. И вот этот бергамот придает чаю неповторимый тонкий аромат и приятное послевкусие. Вот такой чай положила мне Наташа. Спасибо еще раз. Так. Ну, в группе также стоит информация, что если вы покупаете вот такой в пакетиках, то будет стоить 25 пакетиков 2,80. В дозе 200 грамм будет стоить 9,50. И в дозе 150 грамм будет стоить 8,99. Так что, если вас заинтересовал такой чай, смело пишите Наташе и заказывайте. Следующий чай, который мне Наташа положила, это вот такой тоже черный чай с ароматом банана и вишни. Очень такой ароматный, больше пахнет вишней. Думаю, что он мне очень понравится. В группе стоит, что пачка из 30 штук тоже будет стоить 2,80. Следующий чай, это вот такой вот зеленый чай со вкусом сгущенки. Также есть такой в пакетиках, 25 пакетиков будет стоить 2,50. И в дозе 120 грамм будет стоить 5 ойра. Вот такой вот со сгущенкой. Такой я еще не видела никогда. Мне вот интересно попробовать, что за чай со сгущенкой. Ну, думаю, мне очень понравится. Следующий опять черный чай с ароматом дыни. Тоже 25 пакетиков можно заказать, будет стоить 2,80. Включает в свой состав семена подсолнечника и прекрасно гармонирует с фруктовым оттенком дыни в меду. И последний из этих маленьких пакетиков, это вот такой черный чай с манго и малиной. Тоже 25 пакетиков, стоит 2,80. Ну а теперь переходим вот к этим вот большим пакетикам. Посмотрите, как они интересно все запакованы. Прям такая индивидуальная у них упаковочка. Первый это вот такой вот фруктовый зимний пунш. И написано в группе «Чайный теремок», что есть такое для детей и отдельно для взрослых. 200 грамм такого чая стоит 6,50. И также написано, что состоит из 100% натуральных фруктов. И кофеин-фрай, без кофеина.
Вот такой вот чай. Очень такой пахнет такой зимой. Очень такой ароматный чай. Следующий пакетик это вот такой вот манго и йогурт фруктовый. Где даже видно, что кусочки фруктов, кусочки манго, наверное. Такой вот он. Очень вкусно пахнет. Такими прям фруктами. В общем, буду пробовать. Если понравится, буду обязательно у Наташи заказывать. Дальше следующий чай. Это вот такой тоже с дыней. Прям видно, вот это желтенькое, наверное, кусочек дыни лежит. Очень-очень сильно пахнет, такой ароматный. Только я не поняла, зеленый это или черный чай. Но думаю, что мне тоже он очень понравится. Дынный чай вот такой. И следующие два последних остались. Это зеленый чай фитнес с анодой и с ананасом. Вот эти 100% я уже буду заказывать. Это я уже прям знаю, что они мне понравятся. Я уже заказывала, только была от другой фирмы. Но думаю, что эти будут не хуже. И тоже видно прям кусочки ананасов. Такой тоже очень ароматный, пахнет прям через упаковку. Вот эти чаи я 100% уже буду заказывать. 150 грамм, доза стоит 9,50. Также на этом сайте вы можете выбрать, допустим, чай ассорти. В коробке будет 8 сортов разных. И такие ассорти будут стоить по 8,50. Есть отдельные коробки с черным чаем, есть отдельные коробки с зеленым чаем. В общем, ссылочку на эту группу и на страницу Наташи я оставлю у себя в инфобоксе. Не стесняйтесь, пишите, задавайте ей свои вопросы, потому что она консультант, она больше разбирается в этих чаях. Я вот только их получила. Можете заказать также пробнички, написать ей, она вам с удовольствием вышлет. Желаю вам приятного чаепития с этими очень вкусными, ароматными чаями. А тебе, Наташа, еще раз большое спасибо за эти чудесные чаи. Жди от меня заказ. В ближайшее время я закажу у тебя вот эти вот фитнес-чаи. Мне очень они заинтересовали. Всем хорошего времени суток, приятного чаепития. Пока-пока!